Всех приветствую, дорогие друзья. Зовут меня Татьяна Столярова, и я являюсь партнером проекта «Ботель 3D. Думай, действуй, достигай». И сегодня я хочу вас познакомить с одним приложением, которое помогает создавать нам яркие и неповторимые сторис для ваших соцсетей. Это приложение «Мажо». Вот оно в правом левом углу, вот этот вот значок, которым я сейчас, видите, двигаю. Это и есть это приложение. И сейчас я покажу, как им пользоваться. Для начала мы его скачиваем в Play Market. В нем есть очень много бесплатных шаблонов, которые мы можем использовать. И сейчас мы с вами сделаем несколько сторис, выберем, допустим, вот такой вот самый простой формат, шаблон. Нажимаем на плюсик, заходим в нашу галерею. Я вот недавно закачала специально несколько фото с чашечками кофе и добавляем. И получается вот такой вот. Такая кофейная история. Что мы можем сделать еще? Нажимаем на карандашик слева внизу. Мы можем выбрать цвет рамки. Пусть будет вот такой кофейный цвет. Далее мы можем выбрать музыку. Здесь вот много разной музыки. Можно выбирать. Также она вот еще тут листается стрелочками. Допустим, выберем вот такую. Готово. Сохраняем. Программа сохраняет вам в галерею, а также предлагаю сразу разместить в некоторых соцсетях. То есть можно поделиться в WhatsApp, TikTok и в Instagram. Далее давайте выберем еще вот такой шаблон с надписями. Жмем на плюсик, выбираем картинку, которую хотим поставить. Допустим, вот эта картинка. Нажимаем на сам текст. Мы можем его отредактировать, написать, допустим. Доброе утро. Доброе утро. Этот текст мы можем передвигать, выделяем его, нажимаем, удерживаем пальцем и вот таким вот образом ставим туда, куда нам надо. Можем повернуть как угодно. Вот. А нижний текст мы сейчас здесь удалим. С этим мы можем еще поиграть. Мы можем, допустим, выбрать другой шрифт. Вот он шрифт. Нажимаем на него. Выбираем, какой нам нужен. Отцентруем, передвигаем. Мы можем выбрать цвет нашего текста. Что еще? Также, нажимая на карандашик, мы можем в палитре изменить цвет рамки. Мы можем удалить этот текст и добавить другой текст. Нажимаем на плюсик, нажимаем на текст слева, и вот здесь вот очень много разных шаблонов текстов, в том числе и бесплатных. Давайте выберем, допустим, вот этот. Так, это платное. Не то выбрала вам. Вот так, спокойно. Давайте вот этот выберем. Нажимаем на него, переносим его в нужное нам место. Удаляем текст, который там был, и пишем свой. Доброе утро. Выделяя его, мы можем рамочку раздвинуть, сделать побольше. Мы можем также поиграть цветом. Видите, он дает менять цвет. В общем, как-то так. Тут уже фантазируйте сами. Тогда можем нажать на глазик и посмотреть, как это будет выглядеть. Что можем еще? Мы можем сюда добавить также музыку. Ну и сохраняем. В правом верхнем углу слово «сохранить» – сохраняем. Ну что ж, надеюсь, была для вас достаточно полезной и информативной. До следующих встреч!